Диафрагма, дыхание, сердце. Причиной жизни является движение диафрагмы. Она приводит в движение как воздух, так кровь и лимфу. Если диафрагма останавливается, человек погибает. При вдохе диафрагма опускается. В легких создается разрежение, и туда со всех сторон устремляется синяя кровь по сосудам низкого давления. А когда диафрагма расслабляется и давит немного на легкие, в легких повышенное давление, и красная кровь уходит по сосудам высокого давления по направлению к сердцу. Сердце тоже питается из этого канала. Поэтому, если диафрагма останавливается, сердце тоже работать перестает. Итак, причиной жизни является движение диафрагмы, а кроме того, еще и движение межреберных мышц. При вдохе межреберные мышцы растягивают немного легкие, а при выдохе сжимают. Сейчас я сделаю серию видео, в которых я добавлю к диафрагме, дыханию и сердцу еще и мантры и молитвы. Поскольку мантры и молитвы, они регулируют и определяют частоту дыхания и пения. Выбирайте свою любимую мантру, а я пою все в течение не менее 2 часов по утрам, вот уже более 2 лет, для того, чтобы были чистые и эластичные кровеносные сосуды. А это основная причина долгой жизни. Подписывайтесь, задавайте вопросы.
Многое лето, 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 многое
Многое лето, 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 лето, многое лето, многое лето,